Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Так, заходим в меню. И что нам надо? Прокачаться, может быть? Ох, ё-моё. Преданность. Фига себе мечик. Может, купить, а? Давай купим. А, подожди. Улучшение. А он у меня есть, что ли? Подожди, я не понял. Так, улучшить. У меня этот меч, получается, есть? Надеть. Воу. А что у него такой звук, как у бензопилы? Что у него за эффект? Похищение здоровья. Блин, надо еще улучшать. И еще тогда я улучшу. И еще разок. Все, друзья мои, максимальное улучшение. Такс, и переходим с тобой на карту. Так, испытание, турнир. Ну, Асу я еще пока не победил. Так, здесь легко. Аса принимает мой вызов. Пойдем-ка мы здесь вначале подеремся. 131 тысяча на кону. Хочу, ребята, влупить им всем по полной программе головорез. О, давненько я с тобой не виделся, головорезик. Ох, фига у меня. Как пила работает. Ой, дай хоть посмотреть, как у нас. Подрезаешь, да? Твою налево, я думал сейчас его. Ого. Вот это комбо. Ты посмотри, я себе хп восстановил. Ты жук навозный. Да что ты будешь делать, а? Ты посмотри, на! Рубанул. Слушай-ка, ну похищение жизни, ребята, это дорогого стоит. Я себе восстанавливаю хп. На! Единственное, что да. Замахивается он, конечно. А если так? Ну-ка, проверим. На, не попал. Да что ты, Рэй, ну. Да ядрен, матрен, ну давай хотя бы так. Бросочек. Еще бросочек. Блин, это слишком крутой, слишком здоровый, ребят, замах. Может, ты будешь уже, хватит юлить-то уже, а? Ах ты так. Ну, получай тогда. А, ты посмотри. Ты серьезно? Да что ты будешь делать? Я могу его пробить, да и все. Готов, ушатал его там. У стеночки, так сказать. Пускай полежит у дуба. Так, приз. Сейчас опять реклама, как всегда, да? Как меня вымораживает эта реклама. Она еще такая долгая, блин. Так, друзья, следующий бой у нас идет сложный. Давай хоть посмотрим. Так, дровосек. С двумя топориками. Вот с топориками-то как раз шутить не стоит. Если он звезданет. Блин, мне мало не покажется, да? Ну-ка. Ага, черканул. Да твою ж. Хорош. Ну или как подлавливают, а? Подловил. Оу-оу-оу-оу-оу. На. И добивка. Шикарно. Просто. Нет, надо привыкнуть к этому мечу. Он хорош, но он слишком какой-то размашистый. Слишком. На. Подсечка, конечно. Ага. Чего ты? Не, по-моему, пора с тобой завязывать, парнишка, тебе не кажется? На! Эй, дровосек ушел за дровами. То-то и оно. Ну что, у нас безумно теперь. 155 тысяч на безумке. Поехали, я попробую, ребят, все-таки на безумке тоже выиграть. Это кто у нас тут? Мор. Голодомор. Блин, с двумя этими булавами.
Серьезно, типок, да? Атя. Ага. Блин, не успел, ребят, присесть. На. Ну-ка. Ух ты, по хребту-то как. На-ка. Да ладно. Вот тебе и ладно, прохладно. Блин, фигово. Ой, ой. Да отвали ты от меня. Пробил, нет? Пробил. Фью. Кстати, почему-то вот здесь вот ХПшечки не восстанавливались. Ну, тоже не восстанавливались. А что сейчас было? А ты промахнулся, говнюк. Да куда ты лезешь-то? Ой, ой. Это не прощается, ребят. На, блин. Да как так-то? Все, разрубил к чертям собачьим паршивца надоедливого, а? Будет мне там еще ножками махать кривозадов. Угу. И остается у нас невозможно. Я пока туда не готов, друзья мои, идти. Вот в испытаниях, изи. Так, тут у нас нормал, выживалка. Выживалка. Я вот, у меня вот дикое желание, друзья, завалить мясника. Прям, блин, наидичайшее желание. Но мне кажется, я сейчас... Ой, схлопочу от него. Давай попробуем. Давай попробуем. Не знаю, как мне, у меня получится с этим мечом вырубить. Его прыжки, его вот эти суператаки. Кстати, у него тоже, у него... А, он вешает кровотечение. Проверочка. Вот, видишь, что он делает? О! О! Выбил! Ну... Куда ты? Слушай, ты да... Ау! Уничтожил он меня. Гаденыш, он взял мне меч, выбил, а? Вот буржуй. Да в плане он... Скажи-ка мне на милость. Ты... Слушай, ты достал тут кривляться тоже, а? Да куда ты, ну, Рэй, ну? Давай. Не хочет вставать, а? Да куда ты бьешь-то, во? Ну ты должен по всем канонам его пробить уже, ну. Есть. Ребята, сейчас будет истерика у него. Сейчас он будет... Прыжки вот эти вот свои дебильные сейчас будут делать. Да почему ты... Есть, полоснул его по роже. Куда ты там прыгать собрался? Да как так-то? Ну ты посмотри, а? Начинается, да? Чего? Чего он сделал? С удара прыжка сраного своего он меня уничтожил. Ты что, охренел, что ли, блин, тварь? Ты вообще, что ли, приборзил, блин? Я не понял, а? Ты жирная тварь, блин. Пипец, ты посмотри, сколько...
Я в шоке, друзья мои. Не, с таким читерством тут, извините, делать вообще нечего. Не, ребята, это какой-то мразота, просто мразота. Я, наверное, пойду быстрее осу запинаю, наверное. Я должна поблагодарить тебя, у меня было две беды, бунтовщики и мои советники, пытавшиеся принимать за меня решение. Но теперь, благодаря тебе, я буду править единолично. Надеюсь, не будешь править единолично. Фу, сосредоточились, друзья мои. Блин, что-то меня выморозил просто этот бутчер, мясник. Блин, меня же до сих пор потряхивает. Поехали. Мне надо хотя бы посмотреть, сколько урона наносим. Ауч! Да иди ты в... Да какого хрена, блин? Ёпрсты, ну... Ну как это может быть, ребят, ну... С одной плюхи просто берет и вырубает тебя, все. Ребят, ну это борзость уже. Фига там. Давай без этих вот. Тварь, а. Я в шоке, блин. По 33 суперудара делает, блин. Пипец, я даже первую стадию не прошел. Ребят, нет, оружие это одно. Надо все-таки броню усиливать. Ну это что, это фигня. Столько дамага получать, ну как так-то? Это какой-то шаболдой столько урона получить. Да ты можешь бить-то нормально своим мечом вшивым, блин. Это что у нас за урон от броска, ребят? О-о-о-о. Так я тебе скажу, мы так далеко уйдем. Ну как ты? Ай, дурень ты, дуст, а. Ну ты дуст, а, тень. Какая тебе оса, блин? Какой тебе палач, блин? Скажи-ка мне на милость, а? Если ты эту корявку запинать даже не можешь. Ну-ка. Да ну это смешно, друзья. Ну что это за урон такой, блин? Ну, мы ее бомбим и... О! До свидания. Заколола к чертовой бабушке. Не, ребят, слабая броня, надо броню усилять. Это все? На большее ты не способен, слабак. Вставай, дерись как мужчина. Так, где у меня брони? Давай, ой, не туда зашел. Не туда зашел. Так, что у нас тут? Тут ничего нету. Выполнено, выполнено. Да нет, там не надо, мне надо сюда идти. Я просто, ребята, прифигел. Оу. Кусачий мороз. Ой, давай-ка я... А, в плане, у меня и такая броня есть. Ну-ка, да не надо мне никакого магазина. Кусачий мороз. Так, еще одно улучшение, но оно стоит 440. А что это такое здесь? Собери всю указанную экипировку со свойством и получи возможность зачаровывать эффект сдвиг во времени. А где мне ее надеть? А где мне... Да ё-моё! А шапки нету, да? А где шапку, интересно, взять? М? Где мне взять... Шапку. Интересный, интересный вопрос. Зачаровать, зачаровать. Цепной взрыв. Так. Ну-ка. Тут легко. Уже сложно, ребят. Ну что, пойдем. Пройдем, наверное, полностью
И это старик. О, помню, помню этого старичка по Shadow Fight 2. Как называется там у нас? История сенсея. Ать! Старик, завязывай. Да завязывай, я тебе говорю, гаденыш. Прыгает. Ты жук. Ну ты жучара навозный, а. Сейчас попробуем приколюху сделать одну. Да. Сделал приколюху, блин. Нет, парень, так дело не пойдет. Слушай, выжил? Ты посмотри, а. Ты посмотри, что... Воу! Это что было сейчас, крит или еще? Как он меня вынес? Ну ты псина сейчас получишь. Короче, этот, ребят, суперудар вообще не прокачан у меня, по ходу дела. Я имею в виду про суперудар. Да ты завязывай, давай! Слушай, рыбак! Да пригнись ты, засранец, блин! Я сейчас не удивлюсь, ребят, если он сейчас лупанет еще своим суперударом и меня... Да ты лупани ты хорошо-то по нему, ну... Чё-то я не могу, ребят, ничего сделать с этим мечом. Зашибись. У меня, оказывается, еще и оружие выбили. Кулачком. На. Ёпрсте. Не теряя времени. Ну, конечно, блин, не теряя времени. Чемпион. Если бы. Слушайте, ребят, ну это, конечно, я все понимаю. Ну реклама, после которой в ожидании 10 минут, это, по-моему, перебор. Как так играть, блин, по 10 минут выжидать, блин, после рекламы? Ну вы что, серьезно, что ли, блин? В шоке. Так, сколько нам нужно там денег для того, чтобы прокачать броню до 440? У меня 407. Надо подраться где-то. Так, здесь у нас... А, здесь все выполнено. Ну вот, 82 тысячи здесь можно, кстати. В этом бою у тебя и у противника очень слабые удары. Мне плевать, какие там у него удары. Опять старик. Я смотрю, старику понравилось получать от меня сладких люлей. Ну, руби. Да твою ты... Каракатица ты несчастная, а? На! И это еще не конец, парень. Ну, стандартные ребята рубящие... Ой. Ты видел? Он уже хотел, ребята, хотел метнуть меня, но не тут-то было. И сейчас опять в ожидании, да? 40 лет. Ну вот, ребята, видите, вот эта вот штука крутится. И она крутится минут 10-15. Я успею здесь везде полазить. Я уже думал, может быть, мне пойти в черепашки поиграть, потому что у нас исправились. А в черепашках, как говорится, починили там все. Ну вот как вот так вот? Вот сидишь вот так вот и смотришь, ребята, ничего не помогает. Выйдешь из игры, зайдешь, это событие будет незащитно, на которое только что прошли. Приходится вот так вот в ожидании быть. Такс, ну что, у нас 490 тысяч. Давай-ка я броню, у меня не вжик, я там вжик. Вот оно, да? Улучшить. Ну все, кусачий мороз. Блин, жалко, что у нас вот не работает это. Потому что нужно полностью, можно зачаровать? Ага, можно, конечно. Губишки ты раскатал. Нельзя зачаровать. Нельзя.
Так, что у нас тут? Может быть, младший Фриз? Может быть, его нужно подбить? Слушай, а что так мало? 650 всего лишь у него. 650, младший Фриз. Ну-ка. Дай-ка я сейчас кумарну этого мелкого подоночка. Найденный игроков. Какой рейд-то тут? Я, наверное, и один бы, наверное, исправился бы. Ты прикинь, это... Нет, не должно быть такое. Если меня завалят, я думаю, что время будет идти. Не надо будет никакого ожидания рекламы. Да вы издеваетесь, что ли? Никто не хочет идти на Фриза-младшего? Почему не могу один пойти, а? Пипец, ребят. Просто пипец. Карцер. Я, может быть, хочу, чтобы кто-нибудь пошел на Фриза. Так, нанести за раунд в сумме 750 урона. Ну что, придется тогда сидеть теперь и ждать, когда мы найдем игроков. Нужен всего лишь один. То есть, ну, как получается, вдвоем я и напарничек, да, мой. Так ведь? А может быть, тут не работает? Слушай, может быть, тут рейды не работают? Ну-ка. Мегалит. Ну-ка. Ну, тут все нормально, ребята. Найдено 3 из 5, ну, сейчас еще 2. Так, давно, ребята, это было, когда я дрался с мегалитом. Что-то заходит и уходит сразу же, да? Ну что, 2-3, 2-3, давай, 2-3. 2-3, 4, 5. Пипец. Не, я в шоке, друзья. Пятеры, о, 4. Ну, ёпперсеты, ну... Разрабы, вы что сделали с игрой? Я не понимаю. Что за чушь, блин, вы... У меня просто нет слов, друзья. Просто нет слов. Ну, пятый-то будет или нет? Это знаешь, как надо? Это надо поставить, уйти, покушать, прийти, рейд не будет еще собрать. И вот это вот бесев, ребята, что ты от кого-то зависишь в рейде. Если не насобиралась, то ты ничего не сможешь сделать. Понимаешь? Пипец, короче. Отморозки там какие-то, вообще просто отморозки. Если сейчас и на вулкане такая фигня будет, ну я не знаю, ребята, тогда что. Ну последнего-то давайте, четвертого-то, ёк-макарёк. По-моему, тут что-то не то, ребят, с игрой, с этими подземельями, с этими. Да, по ходу дела, не судьба нам. Ни младшего, ни старшего, блин, никакого не завалить. Так, ну что, пойдем еще разок на осу сходим, что ли, я не знаю. Выбор невелик. Либо-либо, мощные заряды, тьмы выбирает победителей. Это тем более не забывай, что у нее первая фаза. Вторая фаза, она, по-моему, будет своим копьем там летать на Геннадо этой. Через весь экран там пролетать. Это я точно помню. Ну что, посмотрим. Слушай, ну... Вот такая штука, когда на ней висит, это, ребят, опасно. Вот это вот. Отражение урона. Как бы не особо хотелось бы попасть. Угу. На.
Я не удивлюсь, если она сейчас запустит свою эту фигню. Ну, запинывает ее, в конце концов, там. Есть. Прям там в уголочке ее и замудохли. Фух. Сейчас у нее вторая фаза будет. Фаза истерии называется. Вот. На! Ху-ху-ху! Почему не срабатывает? Вот! Вот! Замечательно, друзья мои. Ну что? Третья. Не фаза, а третий раунд. На! А, это она мне? Фу. Ух ты, мразь. Отражение урона, да? Иди ты! Да хорош! На-ка! Будешь там еще махать. Что-то мне подсказывает, сейчас оса, ребятушки, отдуплится. Отдать концы. Отдали концы. Вот это да, вот это я понимаю перфекто. Что я наделала? Вдова сказала мне, что власть будет в моих руках, если я сделаю все так, как она говорит. Она убедила меня, что только предав своего отца, я покажу всем, что править должны женщины. Таинственная фиолетовая печать, полученная от осы в жестоком бою. Одна из шести камней ключа от темных врат. Это уже не наши дела, однако меня заинтриговала эта вдова. И меня. Она явно достойный соперник. Думаю, не мешало бы ее навестить. Угу. Акт 5. Величайшее искушение. Что тут у нас? Какой любопытный экземпляр. В своей жизни я встречала много мужчин, но все они были такими заурядными, такими скучными. Но в тебе есть нечто особенное. Я буду наблюдать за тобой. Любопытный экземпляр. Да что она себе возомнила? Тень не поведется на дешевую лесть. Должно быть, это та самая женщина, о которой упоминала оса. Есть в ней что-то настораживающее, но я не могу понять, что. Хм, она меня не пугает. А вот эти тела вокруг даже очень. Что за бойня тут была? И посмотрите, какие страшные разрушения оставили осадные орудия. Так, ну что, друзья, мы дошли до вдовы. Я сейчас хочу попробовать все-таки забрать у мясника. Слушай, а у нас только у мясника? А здесь мы что, забрали, что ли? А, нет, тут еще мы не побеждали. А вот на мяснике, да, на мяснике, ребят. Блин, попробую что ли разочек. Давай, я рискну, ребят, своим здоровьем. Еще разочек с мясником. Эти тесаки не очень, конечно, хороши. Они очень медленные, но просто из принципа хочу забрать у него. Попытаться. Попытаться забрать. Начинается, да? Ха-ха. Как ему сейчас прилетело по чем-то, а? На! В табличку-то. На! Да как так-то? Как этот жирный кабан? Да я не понимаю. У него постоянно, ребята, срабатывает блок. Ты посмотри. Ну что это? Давай, это мне сделали, да? Оу! Тварь ты вонючая, а. Жиробасина, блин.
Постоянно, ты его когда хочешь ударить в спину, у него, ребята, блок срабатывает. Ну это нормально разве? Иди ты, блин, в пень, блин. Не, ну ты посмотри. Не, ну вот это вот нормально, ребята, а? Со своим блоком он. Валяйся, гнида. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как можно с ним драться, если он тебя постоянно, блин, через блок бомбит, блин? Ну как это, ребят? Пипец просто. Блин, вот жаль, что я не на ринге, блин. Я бы ему мордельник бы размазал бы, блин. Просто в мясо бы, понимаешь бы? Его физиономия бы висела бы на мясном прилавке, блин. Да что ты делаешь-то, придурок ты? Пипец. Да иди ты в пень, блин. О, двумя тисочками нормально. О, так он еще и выбил у меня меч. Лежать, толстая свинота. Теперь мне бросок смертельный уже. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня закончим, потому что я знаю, сейчас будет реклама, 3 часа будет идти, ждать после нее. Мы обязательно увидимся уже в следующей серии и будем двигаться к вдове. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.